Более 6 лет с немым укором взирают на горожан пустые окна глазницы известного памятника архитектуры Дома Пули. Пожар, изуродовавший выявленный объект культурного наследия, произошел 21 января 2008 года. И с тех пор остается нерешенным вопрос – восстанавливать или сносить здание. Но, кажется, первый шаг в сторону самого неутешительного для горожан решения сделан. Дом Пули из категории «выявленный объект культурного наследия» перешел в состав достопримечательного места муниципального значения. То есть теперь этот уникальный дом потерял свой индивидуальный охранный статус. Историко-культурная экспертиза, проведенная Александром Снитко, не подтвердила самостоятельный статус объекта культурного наследия здания Управления комитета государственной безопасности по Ивановской области. Дом Пули наряду с 20 других домов по проспекту Ленина вошел в состав достопримечательного места муниципального значения Александровская улица. Теперь контроль за сохранностью историко-культурной среды будет осуществлять администрация города Иваново. Совершать любые действия с этим объектом теперь будет проще. Статус достопримечательного места в том числе не исключает снос здания и замену его на другое. Была бы на то воля собственника. Совершенно четко и понятно, что собственник объекта вправе по своему усмотрению распоряжаться имуществом, при этом он не должен нарушать закон. Сегодня, когда правительством региона принято решение об отнесении объекта к достопримечательным местам, сегодня невозможно никакая деятельность без решения администрации города Иваново. Поэтому, прежде чем мы будем говорить о каких-то действиях, они будут наверняка сбалансированы и приняты взвешенные решения по каждому объекту, и это касается не только Пули, но и других объектов.